Привет всем, кто верит в себя. Сегодняшняя тема — «Слушай внутренний голос». Слово Стивену Спилбергу. Когда у вас есть мечта, а мечта — это не цель, которую вы осуществляете. Мечта — это то, о чем вы не знаете, случится это или нет. Мечты всегда приходят с тыла, а не смотрят вам прямо в глаза. Мечту трудно разглядеть. И когда у вас есть мечта, она очень редко кричит вам прямо в лицо: «Вот кто ты есть! Вот тот, кем тебе суждено быть до конца жизни!» Мечты почти всегда шепчут. И я всегда говорю своим детям, что сложнее всего услышать свои инстинкты, свою интуицию, потому что они всегда шепчут. Они никогда не кричат. Их очень сложно услышать. Поэтому каждый день своей жизни вам нужно прислушиваться к шепоту, а не к крику. И если вы способны услышать шепот, который щекочет ваше сердце, и вы посчитаете, что это то, чем вы хотите заниматься всю свою жизнь, то занимайтесь этим. Так вы сможете повлиять на жизни других людей. Ну что ты думаешь? По-моему, мудро. Слушать внутренний шепот очень важно. Я называю это райские объятия. Ух ты, райские объятия, звучит круто. Спасибо. Я это так называю, потому что я создала свое кулинарное шоу, чтобы почтить своего умершего отца. Он был гурманом и просто восхитительно готовил. И одним из самых больших сожалений в жизни было то, что я редко была с ним на кухне и не училась у него готовке. Поэтому я выбрала свой способ почтить его наследие, и находиться сейчас рядом с тобой, я слушаю свой шепот и чувствую райские объятия, потому что я могу поделиться историей отца, его наследием и его любовью к готовке с тобой и твоими зрителями. Это отличный пример. Я думаю, все мы слышим своего рода голоса у нас в голове, будь то наш собственный голос или послание твоего отца. Есть голос, который указывает нам путь. Но мы не всегда находим смелость, чтобы ему последовать. Вроде того, что «мне нужно поехать на Sage Summit и пообщаться с тем, кто там выступает и кого я так уважаю». Но ты приезжаешь и начинаешь трусить или зажиматься, а ведь этот внутренний голос не зря говорит тебе это сделать. Поэтому надо быть стойким, чтобы прожить этот страх. Не просто говорить себе «не бойся», а именно прожить этот страх и сделать это. Надо осуществлять то, что говорит внутренний голос, потому что в противном случае ты поедешь домой и будешь себя гнобить, мол, «я же говорил себе это сделать и не сделал». Теперь я злюсь на себя. Почему я постоянно так делаю? Так что, в следующий раз, когда вы услышите этот голос у себя в голове, делайте, что он говорит. Даже если вам страшно, пробуйте. Да, я желаю вам смелости с вашим шепотом. Круто. И наш вопрос вам на сегодня: чей шепот вы слышали недавно? И какие действия вы предпримете, слушая этот шепот? Мне это нравится. Оставляйте свои комментарии, нам это очень интересно. Спасибо за просмотр, ребят. Желаю вам грандиозного дня. Продолжайте верить в себя и скоро увидимся в очередном выпуске Энспрессо.